В Ненецком округе начали перечислять выплаты на детей от 3 до 7 лет. Претендовать на государственную поддержку могут семьи, чей доход не превышает величины прожиточного минимума в регионе на одного члена семьи. Выплата на детей от 3 до 7 лет – новая мера поддержки, появившаяся по инициативе главы государства. Претендовать на ежемесячное получение средств могут семьи Ненецкого округа, в которых доход на одного человека не превышает величины прожиточного минимума за второй квартал прошлого года. Это 20 063 рубля. Все, что нужно сделать родителям для получения данного пособия – подать заявление через портал госуслуг или МФЦ. Все остальные документы, в том числе и справки об алиментах, ведомство запрашивает самостоятельно в рамках электронного взаимодействия. Здесь есть такой нюанс. Если граждане к нам в этом году подавались на перерегистрацию всех наших региональных выплат, значит, доходы у нас уже в базе все имеются. В этом случае, располагая непосредственно доходами, которые уже были ранее представлены, это ускоряет процесс назначения выплаты. Если граждане к нам не заявлялись в этом году для продления региональных выплат, то всю информацию в рамках межведомственного взаимодействия мы запрашиваем в электронном виде. И сами понимаете, что поскольку эта система только налаживается, еще не всегда везде быстро приходят ответы, соответственно, немножко увеличивается срок рассмотрения заявления. Решение о выплате пособия принимается в срок не более 20 рабочих дней. В течение 10 рабочих дней в случае наличия сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. В этот период с потенциальными получателями выплат могут связаться специалисты для уточнения данных. На сегодняшний день от семей Ненецкого округа для назначения выплаты в электронном виде поступило более 1100 заявлений. Через МФЦ порядка 200. Средства получили 139 семей на 184 ребенка. Если деткам на 1 января 2020 года уже исполнилось 3 года, то при подаче заявления в этом календарном году выплата начинается с 1 января 2020 года. Если ребеночку исполняется в этом году 8 лет, у нас идет 7 включительно выплата, то, соответственно, выплата назначается с 1 января до момента исполнения ребеночку, опять же, возраста 8 лет. Размер выплаты составляет 10 556 рублей на одного ребенка. На эти цели региону из федерального бюджета на первое полугодие выделено 65 миллионов рублей. Подать заявление на назначение выплаты в текущем году можно до 31 декабря. Мария Даник, Антон Бодряков, телеканал «Север».